Тіпа! 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 Ребята, работайте площадки. Давай, 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 давай
pergunta. Минута партера. 15 секунд до конца. Еще раз, господа, хочу обратить ваше внимание, что мы судим удары, которые приносят разрушение. Жизненно важный орган – голова. Если же вы бьете по бедру, и ничего с противником не происходит, это, ну и что? Ну можно сколько угодно бить, понимаете? То есть каждое техническое действие, которое мы считаем, оно должно приносить либо максимум разрушения, либо должен меняться положение стойка и парта, понимаете? Вот это технические действия, которые ценятся. Все остальное – массаж. Если ударил в голову, попал он, упал, это удар. Единогласным решением судей победу по очкам одержал борец в красной экипировке. Он концовку. Дима, он выиграл последние 30 секунд. Он бросил два броска. До первый бой. Внимание. У нас эмоции все впереди. Значит, Зеленцов Алексей, Кой, Москва, приглашается. Мусаев, Муса, центр силовых структур.